Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.com. Турция не рассматривает вопрос нового соглашения по С-400. Как сообщается на сайте главы турецкого государства, на сегодняшний день Анкара не рассматривает возможность заключения нового соглашения с Россией о поставках ЗРС С-400 «Триумф». Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Представитель главы турецкого государства подчеркнул, что на данный момент сделка считается завершенной и речи о новой договоренности по С-400 не идет. Кроме этого, он отметил, что турецкая сторона предпримет все возможное для того, чтобы закупка С-400 у России не стала проблемой в двусторонних отношениях между Турцией и США. На наш взгляд, вопрос С-400 не является проблемой, которая якобы представляет собой экзистенциальную угрозу для программы F-35. Ее можно решить технически, ее можно решить политически, цитирует Регнум официального представителя главы турецкой администрации. Напомним, в ноябре текущего года президент Тайип Эрдоган отверг предложение американской администрации прекратить закупки российских систем в обмен на продажу Анкаре комплексов Патриот. Со слов самого Тайипа Эрдогана, он подробно объяснил Трампу, как и почему Турция приняла решение о приобретении российских ЗРС. Турецкий лидер подчеркнул, что американский коллега его выслушал и признал право Анкары на это решение. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.